Да. Этот, я сейчас этот волосы укручу на этот, на этот, на пиво. Я говорю, это Мадонна справила 58 лет ей. У нее любовник был, манекенщик, 22 года. После этого 25-летний. Ты знаешь uh-huh. Мадонну, да? Uh-huh. И она призывает женщин, говорит, раскрепоститесь. Не надо себя это, как говорится. Он мужики, говорит, после 60 зажигают, мол. А почему бы женщине, говорит, это... А, видела кофе какой? Ну ты еще не налил это. Ты только надо. Тебе надо волосы подкрасить. А, насыпал. О, конкретно зеленый, смотри. Да, да. Ты вот только так закрывай, чтобы он не выдыхался. Волосы кому за подкрасить? Тебе. А я хочу химию вначале сделать, а потом выкраситься. Надо было красить еще, когда не мылась на грязные волосы. Да, у меня волосы тоже отрастают быстро. У меня легкая рука. Это быстро это и. Это лупики, помидоры и. Это ты сюда вставал, правда, да? Как ты быстро это, длина руки, длина лапы, быстро. Что ноги, что руки тебя, длинные руки. Ты заливал там, нет? Да.